Всероссийскую массовую гонку «Лыжня России» проведут на Гороховом поле в субботу, 13 февраля. Цель соревнования – пропаганда здорового образа жизни, спорта и физической культуры. Это одно из самых крупных состязаний, которое проводят ежегодно. Для каждой категории спортсменов подобраны соответствующие дистанции. Принять участие может любой желающий. Принять участие в этой гонке сможет любой желающий при наличии медицинского допуска. 12 возрастных категорий позволят максимальному числу участников подняться на пьедестал и быть отмеченными призами, подготовленными Департаментом физической культуры и спорта и Федерацией лыжных гонок Магаданской области. Не исключено, что в данном забеге примет участие прославленный олимпионик Сочи Александр Легков, который в это время будет гостить в Магадане. Лыжная гонка стартует 13 февраля в 12 часов дня. Приглашают всех, кто любит спорт или хочет себя в нем попробовать. Возраст не ограничен. По словам специалистов, участники получат заряд бодрости и хорошее настроение на долгое время.